Мы приехали, он еще с самого начала. Я тебя дверь открывал. Он там стоял в углу. Где? Вот там в углу, где шторка. Ну вот, взял другое. Потом стоял, кто-то... Господи, благослови нас, спасибо, дорогой Творец. Ты... Боже, слава тебе. Хвала тебе, милосердный Создатель, за любовь твою. Аллилуйя, аминь. Аминь. Кого нет? Все здесь, все, да? Все. Видите, как чудно сегодня Бог устроил богослужение. И все, и проповеди две прочитали. Вы об этом думаете? Я за то говорю, если ты ходил в храм, а для души не принял еще, ну какая польза? И когда вернешься, ну бывает хозяйка с детишками дома, не спеши за стол. Ты когда вернешься оттуда, расскажи, вот сегодня я слышал, да, Бог и Мамона. Оказывается, мне нельзя служить вместе тому и другому. А вот у нас где ни посмотри, происки Мамона. Воскресенье что, скользящий график? Что это за скользящий? Куда он скользит? Ну, ясно дело, что не к Богу. Ни один адвентист седьмого дня, ни один еврей не пойдет на скользящий график. Язычники они могут делать, так и делают различия. Задавилось птица где-то, тебе не ешь, а язычнику отдай. Для него закона нету, раз он язычник. Надо на это внимательно смотреть. Вот я только отошел от причастия. Мне надо идти вперед слушать, а Валентина, глухонемая, она записку написала и мне показывает. Я не могу пройти, человек обездоленный такой. Я остановился, она говорит, какой смысл крестного хода? Она говорит, а я уже знаю, откуда это. Когда ее сын был с одним беззаконником связан, и ничего нельзя было сделать. Тогда решено было первый крестный ход сделать вокруг их усадьбы. Ну, он там прибежал, пал на колени тогда, до конца держался этого негодяя, разрушителя, самого негодного, то есть это как Юлиан Отступник. И вот Бог не захватили. От того, когда крестный ход сделали, он сразу вывелся. Я говорю, для того, чтобы победить врага. Первый крестный ход, по-нашему сказать, совершил там Иисус Навин, когда город Иерихон не могли взять. Огромные стены. И Господь сказал, делать ничего не надо. 7 дней обходите вокруг города, а последний день 7 раз. Но люди-то, которые там стоят, и говорят, народ такой пришел, не воюет, еще сейчас ходят, буруют. Ну как они? Вот я крещусь, а что крестишься? Что тебе Бог лишний кусок даст? Я расскажу про это. Ну и когда 7-й раз пошли, затрубили трубами. Еще никто не знал, трубы трубят. Это последнее, что они могли сказать. И Бог, стена, вот ширина такая, Бог ее вот так рассек пополам. Не так разорил, а вот какая стена длинная, вот наоборот, и она вся рухнула. И все люди на ней погибли, все. А в одном месте, прямо в стене, одна жила блудница, Раав, которая приняла этих шпионов, соглядатаев. А у нее не разрушилось. И тогда бросились израильтяне, и в городе все смешались с грязью, с кровью. А ей сказали, ты в окно, дома-то для каких-то, вывешай красную веревку, чтобы видно было, что это ты. Она родственников всех собрала. И они послушались. А когда Лот говорил, им показалось, что он шутит. И там все погибли, а здесь все спаслись. Город весь погиб, кроме самый приятный дом был, самый радостный, самый спасительный дом блудницы. Удивительные вещи. Вот когда задумаешься, не сказали в дом священника приходите спасаться. Нет. В дом блудницы кого-то приглашали, но она родственник казалась, вот еще я пойду к ней. Да я давно с ней не знаю, если она такая женщина-то под подозрением. Все, погиб. А другой не на счет смотрел, Раав впала в грех, она каялась, она совсем не такая сейчас. Она была такая когда-то. И они спаслись. Я говорю, вот крестный ход мы здесь сделали. А не такой крестный ход, куда-то идут сотни километров, так сейчас как принято. Крестный ход замыкается вокруг чего-то, вокруг страны, может быть. Ну, а просто туда шли, а потом обратно на машине приехали. А чего ходили? Они только лесополосы загаживают. Эти крестные ходы ничего не дают. На них нет ни намека, ничего. И считай, не только не от Бога, а напротив того. Вот это время, всякие пакости там случаются, лживые знакомства, собачьи свадьбы. Вот так. И поэтому, если вопрос задал, я и ответил, Иерихон пал врага. А задал его, я думаю, ей, сын, так у меня мысль идет. Потому что он едва не попал под этот
Иерихон, выскочил оттуда. И поэтому все время заклепки в ушах, он ничего не слышит. Дети такие же все время это слушают, что-то как радио. Здоровье, все время мрачно, всякая земляного света лица. Почему? Молитвы таких людей Бог не слышит, они одиноки. Я не конкретно о ком-то говорю, а вообще связи с Богом нет. А какая связь? А положи жертву, иди прежде примирись, они мириться не могут. И поэтому, впадая в невероятные ситуации, они остаются прежними. Батюшка говорит, вот было, там у одной сын повесился, так она на севере была, на собаках там 2 дня ехала, а все равно приехала в храм. А здесь, наоборот, какая беда, они еще более жестокие делаются. И Бог так делает, подрезает им ноги. Я сегодня только все видел, и она задала вопрос, а у меня все это перед глазами. Зачем она мне задает? Не мне. Мне задают они батюшки. И зачем в окрестном ходе? Ни раньше, ни позже, когда я причащаюсь. У меня там мгновенно как молния сверкнула. Все. Вот в этом весь смысл. А теперь сегодня много говорили о мамоне. А сегодня мамона, то есть, ну, о прибыли везде говорят. Везде. На чем угодно. Что-то где-то там обмануть, вот в интернете, давай интернетные игры играть, там конские скачки, или бьются без правил, и там они ставят ставки, тот проиграл, и получают не за счет деньги. Они не бьются, бьются другие. На конских скачках. Война Златоуста это было, что золото. Золото. И он говорит, у вас лица пожелтели, как золото желтое. Не можете служить Богу и мамоне. А где бы достать, где обмануть, где перепродавать? И все время в интернете каждый день какой-то там был, болел или пишет, и у него 5 миллионов долларов, он не знает, кому отдать, выбор пал на меня, он все болеет раком. И вот уже 20 лет присылает, раком болеет, или стоит раком, не знаю, и не может умереть никак, и деньги никак не может переслать мне. А вот я должен ему сначала дать, а тогда он мне что-то даст. Я ему могу дать, он мне вот это даст. Почему? А они ищут, как обмануть людей. Телефон, когда вам звонит, незнакомый номер, никогда обратного хода не давайте, ни смс, ничего. Сразу все деньги снимаются. А мне вчера опять 500 рублей кто-то кинул. Уже сейчас у меня 2100. У меня как 18 наполняется, я кому-то отдаю, и кто-то снимает, ну, кто нуждается в этом. И вот там амония особенно много сказано. А мы только тратим здесь, мы вот приехали, работаем, которые. Я сказал, придут люди работать. И амония абсолютно везде, во всем мире. Прибыль это главное. Не главное. Говорят, время, деньги. Неправда. Время никто вернуть не может, а деньги можно вернуть. И вот то, что сегодня Господь говорит, не можете служить Богу и мамоне. Абсолютное большинство людей на Земле пытается это опровергнуть. Вот в космос. Один погиб, второй лезет туда, третий там какой-то жизнь ему обещает. Ну уже погибли сколько людей, он опять, то есть глупый. А зачем я поеду? Полезу туда. Мне вот бесплатно с Иерусалима приезжали из Греции, чтобы съездить в Иерусалим. Зачем? На вокзале стоять, в аэропорту. Как тебя обкрадывают смотреть? Я открыл открытку, у меня много открыток, посмотрел. И там делать совершенно нечего. И вот эта проповедь, не можете служить Богу и мамоне, вы себя все это прокручиваете. Это еда, это необходимое, это не мамона. Когда едите что-то и думай о тех, у которых ничего нет, и ты будешь доволен. И ешь быстро. Ты в храме вот этот Колю поставил рядом со мной, стоял. Как только отошел, все забыл. И каждый раз, как кланяться, надо толкнуть. Выворачивает все. Это беснование. Скрытое беснование, я так понимаю. Молиться об этом надо. А тот все к стенкам жмется, на стенку лезь где-то прикоснуться. Не надо, я тебя выставил вчера ближе. Потому что стоял взрослый мужчина, и тебе не видать ничего. Гляжу, он поставил на меня как там. Быстро. И вот фильм «Собачье сердце», когда он заходит, никого нету денег. Раз, остался в карман. Брал. Деньги были. А может, Зинка взяла? А там слезы сразу. Зинка взяла. Вы «Собачье сердце» видели фильм? Да. Девочки не видели. Есть такой фильм, все время его рекламирует на меня. Это, книга «Илай». О чем она? Притом посылают верующие. Посмотреть надо будет один раз, чтобы дать ответ. Все. Часы завести надо. А? Часы завести надо. Часы завести надо. Часы завести.
все завести. Я тогда даже не поеду, не буду, потому что не прикасаюсь. Давайте. Очень просто обедать. Так, где ни одного слова? Ни одного слова не разговаривай. Положи ложку. Голая ложка, ничего нет, уже готовы сожрать ее. Беда такая. Без наживки. Все дадут, ешь быстро. Написано, ешьте с поспешностью. Библия. А сиди чахкой там, думай. Второй дадут. Такого в Библии нет нигде. Ты или ешь, или не ешь. Не ешь, значит, сразу у вас. Внимание. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. По славу Божию ешьте, до сыта. А почему зелени не дают? Съели все? Нет, нет. Несут сейчас. Нет.